Когда добавят регионы, что делать владельцам дорогих номеров, что вообще будет с ними? А для владельцев дорогих номеров, вернее, просто для владельцев номеров, у нас есть особый, так скажем, подарок, особая идея. Я надеюсь, ее сделают. То есть в обиде они точно не останутся. Ну, короче, вы, ну, типа, купили задорого, а если вы больше, ну, задорого не продадите. То есть минус бабки, чуваки. То есть, не, ну, я хочу кое-что замутить, одну идею крутую. Какую? Потом расскажу. Ну, там связанная с... А давайте тоже... хуй забьем, типа. Вот, ну, вы выебывались, типа, много лет своими номерами, а теперь, типа... Хуй вы не повъебываетесь, и все. Смотри, мы же планируем добавлять некоторые страны. Я вот предлагаю идею такую сделать, что определенную страну, страну нельзя будет никак получить, кроме как тем, у кого сейчас номера есть. Всем, у кого сейчас есть номера, вот ее, грубо говоря, получить. Так они, да, они должны, вот те, кто остались, они просто по КД все российскими становятся, например. Не-не, ну, короче, не, там сложно все, ладно. Там это надо обсуждать. Там другая немного система. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова видео на проекте Мазин Хлю Плей. Сегодня будет очень интересное и важное видео, как и для меня, так и для вас. Поэтому посмотрите это видео от начала до конца. И давайте постараемся здесь набрать много лайков, чтобы максимально больше людей это увидело и обратило на это внимание. Потому что тема реально очень, как бы, интересная, я думаю, актуальная. Потому что это касается каждого игрока, по сути. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и постарайтесь распространить это видео. Кидайте их в беседы по Мазингу, можете кидать в свободную группу, чтобы максимально людей это просто увидело, поэтому я вам буду очень, как бы, благодарен. Итак, пацаны, какая вообще тема данного ролика? А тема данного ролика то, что в новом обновлении должны добавить регионы. Добавить регионы на русских номерах и добавить также украинские номера и белорусские номера. Я бы на месте разработчиков еще добавил бы казахстанские номера, потому что из Казахстана, я думаю, тоже многие есть люди, поэтому на заметочку. Как бы я не против украинских номеров, я не против белорусских номеров, я не против казахстанских номеров. Я против того, чтобы просто добавляли регионы. Ладно, там обычные игроки, у которых нету фулблатов. Но игроки, которые потратили на блат номера там 100 миллионов, 200 миллионов, 300 миллионов, им реально будет очень неприятно, потому что как бы они тратили деньги, они хотели эти номера, они покупали, они потратили очень много денег, и просто если возьму добавить регионы на русские номера, то очень много игроков, а это примерно 50%, просто потеряют свои деньги. Вот я, например, потратил на фулблат номера примерно 500 миллионов, да? И добавят регионы, и мои номера будут стоить там, ну, примерно 10 миллионов. То есть 400 миллионов я потеряю на ровном месте. Давайте я сначала на себе пример приведу, а потом уже я вам полностью расскажу, что я думаю насчет этого. Вот я, например, собираю коллекцию восьмерок. У меня вот есть мэр восьмерки, ЕКХ восьмерки, 3К3 восьмерки, НАХ восьмерки, АМР восьмерки, топ восьмерки. То есть я собираю свою коллекцию номеров. Я собираю уже ее примерно, ну, год, если не больше. И я потратил достаточно много денег, чтобы собрать эти номера. И как бы, и мою коллекцию просто могут разрушить, понимаете? Потому что добавить регионы, остальные игроки смогут себе так же самое делать там восьмерки, да, там АМР восьмерки, но просто на другом регионе. И вот это реально очень неприятно, как для меня. Вот давайте я вам просто приведу пример. Смотрите, получается, берем какого-то игрока. У него есть бизнес, у него есть дом на рубль. У него есть дорогая сим-карта, у него есть машины с аудиосистемой, с стробоскопами, но у него есть еще, например, миллиард, да? И ему некуда его потратить. Самое выгодное вложение — это блат-номера. Почему? Да потому что вы покупаете блат-номера, и вы знаете то, что они вырастут только в цене. Блат-номера всегда растут в цене. Как бы они чуть-чуть понижаются, чуть повышаются, но блат-номера всегда ценятся. И это очень круто, то что есть блат-номера, и вы просто можете куда-то вложить свои деньги. Вот, например, я всегда деньги вкладываю машины, понимаете? Ну, вот такой вот человек. Просто если у меня есть деньги, то я могу их там куда-то потратить, никуда надо. Там, пойти в казино, либо просто там купить какую-то ненужную вещь. А когда ты покупаешь блат номера, ты знаешь то, что ты купишь номера за там, например, 50 миллионов, и ты там через полгода сможешь их тоже продать за 50 миллионов. То есть вкладываться в блат номера — это очень выгодно и умно, потому что ничего другого вы купить такого не сможете, понимаете? Покупать там машины с аудиосистемой тоже.
они в цене теряют, понимаете? Вот, допустим, раньше там машины с аудиосистемой стоили там по 50 миллионов минимум, сейчас машины с аудиосистемой стоят там по 20, по 25 миллионов. То, что они добавят регионы, сделают только хуже. Потому что много людей потеряют просто деньги. Потеряют по 100, по 200, по 300 миллионов, если там до миллиарда не дойдет. И, конечно же, этим игрокам станет обидно, то, что они столько играли, копили эти деньги, зарабатывали, покупали номера, и в итоге они на ровном месте вот так возьмут и потеряют просто очень большие деньги. И многие из этого просто могут уйти. Я не уйду с проекта из-за этого. Но другие игроки, понимаете, могут просто психануть и уйти. Да, вы скажете, зато другим игрокам будет лучше, они смогут покупать себе, точнее ставить себе красивые номера, но просто другим регионам. Да, это круто. Это круто, реально. В чем тогда суть вообще номеров, если каждый рыжик... Ну, не обижайтесь, если я так говорю. Каждый рыжик сможете себе поставить красивый номер. Добавляйте просто украинские номера, белорусские, казахстанские, и все. Не нужно трогать русские номера, не нужно добавлять регионы. Да, вы скажете, там на Радмире есть регионы, на Родина РП есть регионы. Но на Радмире онлайн, посмотрите на Радмире на онлайн, там очень много людей, там большой поток игроков. И, конечно, там номеров не хватает. И именно поэтому... Там добавлены регионы. И в принципе это нормально. Я считаю то, что на Радмире то, что есть регионы, это нормально. На Родине тоже есть регионы. Но там номера никогда не ценились так, как на Мазинге. Поэтому недавно на Родине тоже добавили систему регионов. И я против этого тоже ничего не имею. Я на Родине себе купил номера иксы восьмерки за 120 миллионов. И вот сейчас добавили регионы, и в принципе мои номера как бы, ну, потеряли в цене. Просто на Родине больше ценится имущество, чем номера. Там ценятся вертолеты личные, личные уникальные машины там и так далее. На Родине особо номера никогда не ценились, и никто их дорого не покупал. На Радмире там онлайн на каждом серваке по 1000 человек. Конечно, там нужны регионы. Там обязательно нужны регионы. Но на Мазинге вот сейчас смотрим онлайн. 500 человек. Какие нахрен регионы? Зачем? Смысл добавлять регионы? Вот я на месте разработчиков, точнее основателей, сделал бы так. Если бы каждый сервак был бы забит по 1000, да, добавляйте регионы. Но зачем добавлять регионы, когда онлайн 500 человек на первом серваке? На пятом вообще онлайн 200. Зачем добавлять регионы? На четвертом серваке онлайн 300. Понимаете? Весь прикол в том, то, что именно на первом серваке номера стоят очень дорого. Вот именно на первом, на втором серваке, ну ладно, на третьем может еще, номера стоят очень дорого. Но на четвертом, на пятом серваке номера стоят фуллблаты, вот такие вот, какие у меня, например, они стоят по 10, по 15 миллионов. Вы сделаете лучше только тем, кто играет на первом, на втором, на третьем серваке. На четвертом и на пятом серваке цены и так очень маленькие. Там фуллблат номера стоят по, ну, по 50 лямов, это самая большая цена просто, там, блядь, не знаю, там, за 50 лямов можно купить 3 О, 3 семерки, там, 3 Х, 3 семерки. На первом серваке Х и семерки стоят 500 миллионов. 3 О, 3 семерки стоят, там, 300 миллионов. Хам семерки стоят 400 миллионов. Понимаете, самые большие цены... Это только на первом серваке. На остальных серверах более-менее все нормально. Поэтому нету смысла добавлять. Зачем? Зачем добавлять регионы? Просто зачем? Вот, кстати, скриншот для тех, кто не верит в то, что добавят регионы. Вообще, откуда появилась информация о том, что добавят регионы? Федя Чу недавно в стриме об этом говорил. Честно, я не слышал. Многие мои друзья, которые сидели на стриме, это подтвердили. И вот у вас на экране сейчас будет скриншот. Основатель проекта Кирилл Литвин подтвердил эту информацию. Ему написал мой подписчик. И этот подписчик мне перекинул переписку. И сейчас вы смотрите на экране скриншот, что ему ответил Кирилл Литвин, основатель проекта на данный момент. Вот давайте я вам еще раз повторю. Первый аргумент — это то, что... Много игроков потеряют большое количество денег. Это во-первых. Во-вторых, из-за этого люди могут просто уйти с проекта. На тот же самый Радмир или Родина РП. В-третьих, на проекте не такой уж большой онлайн, что людям не хватает номеров. Вот смотрите, есть еще и именные номера, понимаете? Людям хватает номеров. Ну, нет у тебя денег на фуллблаты, накопи. Поставь себе цель и накопи эти деньги. Ну, типа, украинские, белорусские, казахстанские номера, ну, типа, они не будут так цениться, как ценятся русские номера. Потому что, пацаны, мы играем в GTA «Криминальная Россия». Мы не играем в МТА, где это нормально. Мы не играем в, что там, в САМП, мы не играем, понимаете? Это «Криминальная Россия». GTA «Криминальная Россия». И по сути здесь должны быть только русские номера. Потому что мы находимся в Нижегородской области. У нас называется якобы. То есть это русский регион. Это 52-й регион. И должен быть всегда 52-й
второй регион. Да, вы можете добавить украинские номера, белорусские там и так далее, я об этом говорил. Не добавляйте регионы, не нужно этого делать. Зачем? На Амазинге нету столько онлайна, ну сколько номеров, понимаете? В этом нету никакого смысла, поэтому, пожалуйста, разработчики, основатели, если вы меня слышите, пожалуйста, остановитесь просто. Сделайте еще раз опрос. Не знаю, хорошо подумайте. Дождитесь, когда онлайн будет 1000 хотя бы. Не нужно добавлять регионы. Добавляйте просто номера других стран. Можете американские даже номера добавить. Я думаю, кстати, американских номеров нигде нету. Ни на каком проекте в КРМП. Поэтому я на вашем месте бы задумался. Ну, многие, кто дрочит на эти номера, многие себе ставят цели, хотят их купить. Поэтому, пожалуйста, если вы меня слышите, вот реально хорошо подумайте. Дождитесь, пока будет хороший онлайн на проекте, чтобы добавлять регионы. Вы добавите регионы и... Ну, все. Все просто машины будут кататься на блат-номерах. Абсолютно все. Тазы, не тазы, рыжики будут кататься на блат-номерах. Сейчас хоть как баланс какой-то. Полублаты есть, обычные номера, и есть фулл-блаты. А если вы добавите регионы, то по-любому большинство игроков будут покупать именно русские номера. Там 70% игроков, они из России, там... 10% с Украины, 10% с Белоруссии, 10% с Казахстана, там, например, или с Кавказа, там, и так далее. Ну, короче, вы поняли. Я надеюсь, как бы меня услышат, и вы меня услышали. Я чисто высказал свое мнение, не хочу там кого-то обидеть. Я просто высказал свое мнение. И думаю, мнение многих игроков, которые будут со мной солидарны. Если вы согласны со мной, то просто поставьте лайк, ну и можете написать комментарий. Я напрямую могу написать Кириллу Литвину, основателю проекта, но это ничего не изменит, потому что кто я, а кто они. А если мы вместе соберемся толпой и проголосуем, то я думаю, они все-таки изменят свое решение и не будут добавлять регионы. Поэтому от вас нужна реально максимальная активность, потому что без вас ничего не получится. Если вам пофиг, можете просто закрыть видео и все, и ничем не помогать. Если вам не пофиг, то поставьте лайк, подпишитесь. Ну, чтобы не пропускать там стримы, видосики. И напишите комментарий. Поэтому вот как-то так. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.